Пеналы и ручки – самый ходовой товар накануне 1 сентября. Родители устремились в магазины в поисках качественных и недорогих товаров для школьника. Выбор, как правило, падает на торговые точки, близкие к дому. Чтобы полностью удовлетворить спрос в Невском районе, в 2013 году организовано 74 школьных базара. В Невском районе насчитывается порядка 60 школ, в которых сегодня обучается около 35 тысяч учащихся. Первый класс в этом году пойдут у нас 3802 человека, и для них традиционно организованы школьные базары, где можно приобрести все от карандаша, тетрадки, рюкзака до необходимой обуви и одежды. Всего в районе организовано 74 школьных базара. В 2013 году в Невском районе первый раз в первый класс пойдут 3802 ребенка. Бюджетный вариант сбора в школу обойдется родителям в 5000 рублей. В эту сумму войдет только самое необходимое нижней ценовой категории. В этом году ребенка можно собрать в школу, потратив на это до 1000 рублей на концтовары. Туда будут входить и ручки от 90 копеек и выше, и тетрадки от рубля и выше. И пеналы от 49 рублей, также выше, дневники от 19 рублей, рюкзаки от 119 рублей. Ну, вся канцелярия будет до 1000 рублей. А так в среднем от 5000 и выше можно собрать ребенка, это полностью уже со школьной формой, с канцтоварами, с обувью и так далее. В гипермаркетах района можно даже найти рюкзачок за 200 рублей. В нашем торговом комплексе есть рюкзаки за 119 рублей. Также есть рюкзаки более дорогого диапазона. Например, за 1500 рублей рюкзак. Также есть за 3500. Такого плана рюкзак. Портфель, который прослужит не один, а два сезона, будет стоить примерно 1500 рублей. Рюкзак с ортопедическими вставками – 3000. Мы мальчика собирали здесь в школу. Это, считать, костюм, рюкзак. Ну и вот по мелочи, где-то около 10 тысяч. Ежегодно наверняка собираете ее в школу. А сколько примерно это стоит сейчас? Ну, ей 11 лет. Ну и стоит, если вместе с формой, с рюкзачком. Ну, около 10 тысяч, наверное, точно будет, если со всеми учебниками, с тетрадками и с ручками. Брюки примерно стоят около 700 рублей, 1000. Ну, нормальные более-менее такие брючки. Ну, рюкзачки. Здесь, конечно, можно и подешевле найти, тоже до 1000. Ну, а если более-менее такой рюкзак, как у меня ребенок хочет, конечно, это там и за 3 можно купить. Особое внимание родителям придется уделить поиску формы или парадного школьного костюма. Форма для мальчиков сегодня как от первого класса, так и выше можно приобрести за 899 рублей. До 2500 рублей. А для девочек? А для девочек вот такого плана школьная форма стоит 799 рублей. Юбка 299 рублей. Если выбирать товар, ориентируясь на степень его носкости, а также учитывать пожелания ребенка, который обычно очень хочет черный рюкзак с волком, на сборы к школе из семейного бюджета надо будет выделить около 10 тысяч рублей. Если прибавить к этой цифре кожаную качественную обувь, то общая сумма будет уже 13 тысяч.